Всем, друзья, добрый день. У меня есть вот такие кабачки. Мы сейчас их помоем, натрем и будем делать оладушки. Так, друзья, вот смотрите, перекрутила я кабачки. Я сделала это через мясорубку. Вы можете натереть на терке. Так, значит, я поперчу. Делайте это по вкусу. Посолю тоже по вкусу. И добавлю сюда 3 яйца. Так, все перемешала и буду добавлять муку. Муки я добавлю, в общем, где-то стакана полтора точно, потому что, такие должны быть густенькие, вот как на оладушке. Так, друзья, вот такое у меня получилось. Масло я уже разогрела. Сейчас будем жарить. Я буду ложечкой накладывать. Вот такие, смотрите, девочки, у нас получились оладики из кабачков.